Ну что ж, ветку сливы мы нарисовали с вами. Теперь давайте попробуем нарисовать ствол сливы с ствол цветущей сливы. С ветками, естественно. Слива очень интересное растение. Оно достаточно угловатое, в то же время изогнутое. И давайте попробуем посмотреть, каким мазочком же нам ее рисовать. Для этого я беру всю кисть сначала в воду кладу, на кончик беру черненький цвет. Вначале я беру и рисую более таким вот водным мазком, вкручным. Кручу. С определенного момента я начинаю переходить на более резкие, но в то же время изогнутые движения, более свойственные элементу дерева. Нахожу какие-нибудь прямые углы, потому что в сливе обязательно будут прямые углы. И дальше уже перехожу на ветки. Как рисовать ветки? В классических текстах ветки сливы сравнивают с рукой как бы женщины, такой, которая что-то протягивает, какой-то жест нам дает. Двести. И, соответственно, ветки сливы ориентированы наверх. Иногда они, конечно, свисают подобным пальчиком вниз. Лишь для того, чтобы потом снова подняться наверх. Они взаимодействуют со стволом, безусловно. И вначале я не рисую слишком плотно ветки, потому что я знаю, что между ними будут цветы. Но в то же время надо знать, что у сливы достаточно, особенно у сливы мэй, достаточно плотные ветки, расположенные друг относительно друга. Дальше. Я беру красный цвет и при помощи точек показываю места цветения. Делаю спонтанные, безусловно, вот такие вот мазочки. Именно вот эта спонтанность и показывает красоту, такую вот экспрессивность цветения. Важно, чтобы эти мазки были нанесены не структурно, не в шахматном порядке, а именно спонтанным таким движением. Это достаточно, над этим нужно много работать, потому что в первые разы обычно получается достаточно структурно. Вот так вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Не надо так. Надо именно вот спонтанно. Цветы вот эти, они растут прямо на голых ветках, без листьев. То, что нужно. Добавим теперь почечек.
опять же спонтанным вот таким мазочком. И кое-где веточки. И нашим любимым движением добавим цветение. Но перед этим можно еще и посадить ее в землю. Добавляем поверхность, на которой она растет, наша слива. И корешки. Которые в этой земле видны. Так, и теперь добавим уже цветение в итоге. Напрыск какого-то. Это, безусловно, добавит нашему рисунку больше выразительности. Он станет более живым. В нем появится энергия весны, энергия цветения. Все то, что мы хотели выразить. Вот, сейчас мы нарисовали сливу Мэй со стволом и цветками.